Пирамидальная православная церковь, построенная в Севастополе на мемориальном братском кладбище, храм возник в 1870 году в честь святого Николая и является памятником-защитником Севастополя в ходе Крымской войны. Первоначально за основу церкви взяли форму пирамиды Египта. Занимался разработкой проекта архитектор Штакеншейдер. Летом 1857 году архитектор Авдеев внес в проект некоторые изменения. В верхней части храма он спроектировал звонницу, отчего строение стало выше. Также потерпел изменения крест. На стены храма архитектор добавил узкие окошки с сандриками. В таком виде проект в сентябре 1857 году был освящен, и первые камни были заложены. Храм стал называться именем Николая Чудотворца. Высоту церковь достигает 27 метров. Фундаментом служил высокий помост 20 на 20 метров, состоящий из известняка. Эти известняковые квадраты наполнены пулями, которые собирали на полях битв. На вершине пирамидального храма возвышается крест, его высота 6,8 метров. Снаружи храма вмонтированы гранитные плиты. На темных плитах вписаны все воинские соединения, которые защищали Севастополь. Говорят, что туннели церкви шли к дельбице батарейной группы номер 30, а под Севастопольской бухтой туннели церкви вели к храму Святого Владимира.